Самый поразительный факт – это понимание, что атомы, являющиеся частью жизни на Земле, атомы, входящие в состав человеческого тела, прослеживаются от плавильных тигелей, которые спекали легкие элементы в тяжелые элементы, в своей сердцевине под действием высоких температур и давления. Эти звезды, большая их часть, были нестабильными в свои последние годы. Они разрушились, а затем взорвались, распространяя свои богатые недра по всей галактике. Недра, содержащие углерод, азот, кислород и все фундаментальные компоненты жизни как таковой. Эти компоненты стали частью газовых облаков, которые то конденсировались, то разрушались, то формировали следующие поколения солнечных систем. Звезды с планетами вокруг них. И эти планеты сейчас обладают этими компонентами, необходимыми для самостоятельной жизнедеятельности. Поэтому, когда я смотрю вверх в ночное небо, я знаю, что да, мы являемся частью этой вселенной. Мы находимся в этой вселенной, но, возможно, более важен тот факт, что эта вселенная есть внутри нас. И когда я размышляю над этим фактом, я смотрю вверх. Многие люди чувствуют себя маленькими, так как они маленькие, а вселенная большая, но я чувствую себя большим, потому что мои атомы пришли из тех звезд. И существует взаимосвязь. Именно этого вы действительно хотите в жизни. Вы хотите чувствовать себя взаимосвязанным, значимым. Хотите чувствовать себя соучастником происходящего вокруг вас. Именно это и составляет нашу сущность. Просто быть живым.